Если ты любишь стримы, то приглашаю тебя на мой стрим-канал. Сейчас я активно занимаюсь стримами на своем Twitch-канале, играю с разные игры, которых в основном нет на YouTube-канале. Так что заходи ко мне, в описании ссылочка находится, всегда рад тебя видеть. И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в великолепную игрушку под названием Turmoil. Продолжим проходить ее дальше, и на этот раз начнем, ребята, с вами проходить уже режим эксперта, так как большинство захотело, чтобы я проходил дальше, поэтому мы продолжим проходить дальше. И, ребята, что означает новый режим эксперта, если вдруг вы не знаете, станет гораздо сложнее играть, потому что противники станут более круто зарабатывать деньги, плюс они какие-то будут с какими-то способностями, не знаю, используют их боты или нет. Наверное, нет, они просто в зависимости от настроения, наверное, штампуют деньги, но мы-то должны себе выбрать скилл, и я бы хотел выбрать себе все-таки Лизу, потому что я очень часто разливаю нефть, на это трачу очень много денег, Лиза у меня останется, я хоть и мне предлагали взять других персонажей, но все-таки для меня идеальная будет Лиза, поэтому Лизу я себе и беру. Так что начинаем кампанию, да-да-да, необходимые качества, все, карта мира, погнали. Первая точка в любом случае будет у нас на большую нефть, насколько я знаю. Так, да-да-да, у нас тут идет описание, можете там на паузу поставить, если кому интересно, что да как. И, в общем-то, нам уже точки сами по себе поставили, так, банк нас не интересует, и отправляемся на первые наши раскопки. Здесь надо уже как можно больше стараться зарабатывать, потому что боты в один момент заработают просто безумные цифры, и я после этого просто буду офигевать, если они их заработают, потому что реально там будет просто дичь, дичайшая, я вам скажу, что будет происходить у нас по итогу. Так, ладно, пусть нас пока ребята ищут, самое удобное, что есть ускорение. И да, ребята, напомню, что чем больше лайков, тем больше роликов по Turmoil будет входить дальше, так что не жалейте ставить лайки, если любите Turmoil. Так, ну что, что у нас? Нашел только один чувак, серьезно, это вся нефть, которую мы можем пока найти. Это очень грустно, на самом деле. Ну ладно, давайте пока приступим к поиску. И нифига себе, с первого раза попал, хотел уже трубу прокачать, потом вспомнил, что я, у меня сейчас не прокачать ни одну трубу. Так, сильное ответвление я такие крутые сделать не смогу. Как бы не хотел, конечно, но не получится. Да ладно, что я с первого раза попадаю? Так, тут видите, лимит ответвления уже достигнут, поэтому никаких таких супер крутых мувов мы с вами сделать не сможем. К сожалению, ну хоть какую-то сумму денег мы с вами заработаем. Можно, конечно, попытаться так тянуть, но мне кажется, тогда мы все объемы не вытянем того, что здесь есть. Я лучше поставлю еще одну, наверное, качалку. Хотя я 4 лозоходца, по-моему, кинул, и особо из них никто ничего не нашел. А, ну это уже последний месяц, тогда хрен с ним. А тут, если так быстро идет время, то я уже забыл, что в самом начале будет просто времени практически никак. Поэтому, ладно, хрен с ним. Пускай продают так, как есть. 2 косаря себе, видимо, обратно верну. Тут объемы, смотрите, красивые были, но я бы просто не смог их выкачать никак. Надо было пораньше просто закончить, на самом деле, получил бы бонус. Ну, тут больше меня заработают, это я что-то протупил в этом плане. Так, Фред Металл, да, здравствуй, у тебя есть апгрейды. И конкретно я хочу апгрейд на ширину, хочу апгрейд на размер, наверное. Хочу ли я апгрейд на размер? Я хочу апгрейд на разветвление, на самом деле, поэтому, наверное, мы с вами немножко сэкономим, я возьму потом. Хотя, может, в банке проще взять небольшой кредит. Так, кредит, если я возьму 20%, ну, блин, слишком дорого так-то будет, потому что мне еще... Ладно, хрен с ним, не будем ничего брать, взяли себе увеличение размера трупа, этого более чем достаточно. Так, следующее, тут по логике и так понятно, почему не взял себе чувачка, который показывал бы, какая где примерно нефть, потому что тут, в принципе, и так везде понятно, если ты более-менее понимаешь, как построены здесь цифры. Хотя иногда бывает, что вот здесь может быть, в принципе, дофига. Так, все, они себе тоже апгрейды берут, вот такие вот всякие. Повторили за мной, этот размер баков взял. Так, салуны пока нет, поэтому ничего особо интересного не придумаем. Скорее бы уже на долгую дату играть, а то в самом начале, когда так все быстро пролетает, нифига не круто. С 1 января по 30 июня все равно очень мало. Так, 3 лозоходца, в принципе, сразу по фасту раскидываем и сразу же начинаем качать без каких-либо ожиданий. Хотя, смотрите, как удобно получилось. Так, ладно, ставим сюда, сюда. И, блин, как обычно, с первого раза не попал, да? Так, вот, отличненько, сразу продаем. Ставлю еще одну, я, наверное, буду здесь вот так делать, потому что так гораздо лучше будет. И больше мы сами сможем выкачать за короткий срок. Так, вот, взяли. Так, и можно, в принципе, уже грейд труп, по идее, сделать. Но я боюсь, что не успеют они у меня все это дело красивенько продать. Не знаю, будут ли успевать, не будут. Ладно, давайте грейданем и посмотрим заодно. Все равно лошадок надо еще себе набрать. И сейчас будет очень быстро качать, поэтому надо продавать сразу же. Либо сливать это в резервуар, как, например. И, в принципе, я, наверное, этим буду сейчас заниматься, пока курс с левой стороны не вырастет до более-менее приятного.
Так, и вот эти трубы тоже грейдим тогда. Так, дайте продайте немножко, продайте. Все, догрейдили, отлично. Ну, в принципе, мы если здесь наберем резервуар, уже будет неплохо. Блин, курс, пожалуйста, вырасти с этой стороны. Так, господи, они будут целую вечность бегать туда, в ту сторону. Это нифига не то, что я бы хотел. Так, ну я, конечно, штраф за разлив не получаю, но как бы все равно это весьма-весьма не очень. Выливать свои бабки. Так, ну давайте, ребята, не мешкайте. Так, все, в принципе, мы так и так заработаем, кстати, здесь неплохую сумму, даже если все идет не совсем как надо. Так, и давайте посмотрим, что в этой стороне у нас. И здесь тоже довольно большой объем, так что можно себе взять. Вот так вот, все, поехала, пошла. Ну что, десяточку хотя бы мы заработаем, надеюсь. Будет хорошо, если да. Так, жалко нет апгрейда на размер. Так, правая корпорация получше предлагает на данный момент, поэтому давайте в правую и сюда еще лошадок закину. Давайте, быстрее не разливаем. Ничего не разливаем, последний месяц пошел, все, продавайте все, что есть, что успеем, то успеем, но в целом нормально заработаем для старта. Можно было и больше, конечно. Лошадок еще, наверное, стоило купить. Ладно, уже если сколько купили, сколько купили. Фу, блин, зря я всех отвел, это закосячил. Штраф за разлив 0,12 тысяч получили. Ну, сейчас я буду больше зарабатывать, более чем они. Ну, так, типа, не сильно отрыв. Видите, они уже насколько жестко все делают. Так, изобретатель Эдвард, местный изобретатель, да-да-да-да. Так, я даже не знаю, блин, сканирование так-то надо. Все апгрейды так-то очень нужные нам. Ну, я, наверное, все-таки ответвление себе возьму, очень полезная тема. Без нее дальше особо-то и никак, поэтому... Пока что будем тратить большие деньги на хорошие апгрейды. Так, 43 здесь, значит. Ну, вот здесь, значит, неплохая точка. Давайте возьмем. Странно, что они сюда пошли, а не здесь. Хотя, возможно, наоборот, в меньшее взял. Ну, ладно, фиг с ним. Пока что все равно супер объемов нет, так что... Типа и так норм. Так, давайте, не подведите меня, найдите побыстрее, как можно. Желательно в супер удобном месте. Давайте, друзья мои, ищите что-нибудь. Чё так долго-то? Время-то идёт, целый месяц почти потратили на то, чтобы найти мне нефть, серьезно? Так. Вот здесь. А, нет, не попал. Я думал, попаду. Ну вот на этом расстоянии уж по-любому. Так, две лошади, сразу грейд на продажу. Три лошади даже сразу. Так, нашел еще что-то у нас, но очень далеко стоит пока что, не очень это круто. Очень, на самом деле, даже грустно, я бы сказал. Так, ладно, еще одну. Я бы потянул, говорю, дальше, но смотрите, какие расстояния. Мне кажется, проще поставить одну целую, которая больше выкачает, и мы на этом поболее заработаем. Так. Пожалуйста, еще лошадку, пожалуйста. Спасибо. Видите, я разливаю. Прикинь, еще сейчас было бы, если бы я штрафился бы. Я вообще так бы не рисковал, не прокачивал бы трубы и был бы сильно связан, скажем так. Из-за всех этих мувов. Так, в принципе, курс одинаковый там и там. Так, вот заходит еще один, может быть, что-нибудь да найдет. Конечно, возможно, там есть еще. Тут уже все выкачали, серьезно, так быстро. Так, ладно, давайте тогда резервуар поставлю пока. Можно подождать покрасивее цифры, а там уже начать потихоньку действовать. Жалко, придется кучу резервуаров покупать теперь. Этого не... Хотя, смотрите-ка, о, красивый курс, можно туда продавать. Так, давайте пока заработаем на этом. Так, еще лошадок надо. То ли не успевают они у нас. Апгрейда на скорость, к сожалению, передвижения нет, поэтому не получится так красиво. Так, давайте. Не косячьте, пожалуйста. Так, все, заканчивается здесь красивый курс. Можно обратно заливать в наши баки, я думаю. Так, у нас до 30 июня, да? Угу, пока что можно... Хотя ладно, все, пусть продают. Я сейчас боюсь, что не успеют они, у меня слишком медленные. Нефть, конечно, всю не выкачал, но в любом случае что-то я заработал, но в этот раз похуже заработаю, чем в прошлый раз. На мои противники, наверное, поболее заработают, мне кажется. Ох, тут, конечно, шикарный объем был. 8861. А нет, смотрите, как-то мы нога в ногу идем. Здравствуйте, дрессировщик. Да-да-да, ты снова тут, друг мой. Ну, пока что мне, к сожалению, твои апгрейды не надо. Очень бы хотелось их взять, но мне их не надо. Так, глубина. Скорость потом, наверное. Скорость в следующем грейде у нас уже будет. Земельный аукцион, пошлите дальше. И я взял себе 39, не так на самом деле и плохо. Так, они знают, видите, они на этот раз берут более метко, чем до этого брали. И почти друг с другом не соревнуются, как это было до этого. Так, это себе Генри крота взял. На этот раз я крота себе тоже возьму, но это будет чутка попозже. Так, все, давайте, ищите, срочнее. Сейчас они будут доставать хотя бы до всех пунктов, и это очень удобно. Так, ждать не буду, сразу в действие. Опа.
так, я попал? Попал, отлично. Так, можно еще здесь попытать удачи и попасть отсюда. Можно, конечно, отсюда попробовать провести, и, возможно, так даже будет лучше. А, смотрите, попал практически, даже неплохо получается тогда. Так, лошадки давайте продавайте все, на всякий случай сразу резервуар ставим, в случае чего, если вдруг что-то пойдет не так. И грейдим трубы. Вот так. Три лошадки, конечно, маловато, но бегать хотя бы недалеко, и это очень удобно получается. Так, хотя вот здесь уже получше. Так, еще лошадок всех берем, хотя нет, пусть будет 4 продавать. А остальные пусть туда сливают, чтобы в итоге не переполнилось. Кстати, красивая точка, смотрите, просто великолепная, я бы даже сказал. Так, что здесь? Где она находится? Надеюсь, что не слишком глубоко. Блин, очень глубоко на самом деле получается. Ты что? А, вот, я вижу ее, кстати. Смотрите, блин, еле-еле видно. Вот. Краешком буквально зацепил. Так, что у нас пока по курсу? Давайте туда продавать или вообще не продавать. Можно, конечно, потерпеть пока немного. Давайте еще поставим такс. И отсюда не могу провести, да? Ну, пока пусть резервуары наполняют. О, вот и пошел красивый курс, можно продавать. Так. И давайте, наверное, отсюда протяну все-таки. Не хотелось бы, конечно, так проводить, но что поделать. Так, а вот, смотрите, блин, что-то не везет. Я с первого раза практически попадаю. Это довольно-таки интересненько. Эффектненько, я бы сказал, даже немного. Так. Че, объем увеличиваем, не увеличиваем? Наверное, надо бы трубы прокачать. Блин, у меня очень медленные лошадки, меня это раздражает. Очень получается, что не успевают они добежать, продать то, что мне надо. Можно, конечно, еще лошадок купить. Давайте, в принципе, еще сразу всех купим. Один хрен буду с этим стерновером потом... Не куплю сразу всех лошадок, буду потом жалеть. Поначалу лучше стоит этим заниматься, пока нет супергрейдов крутых там и всей вот этой темы. Так, ну здесь поболее заработаем, я думаю. Так, лошадь не могу купить, ну ладно, пусть разливается. Не так, скажем так, все страшно. Даже если допустили разлив, не такая уж трагедия. Денег неплохо поднимаем на этом заходе. На этот раз у меня получше. Как раз за счет того, что у меня нормальные лозоходцы. Кстати, я прозабыл, да. А что здесь у нас трубы не прокачаны? Ну ладно, 4 косарей тоже нормально пока что. Да, 18 тысяч меня опередили пока что. Но главное взять самые основные грейды, потом мы с вами просто деньги будем экономить. Салон открывается у нас. И берем мы с вами размер резервуара. Это супер полезная тема. Я уже заколебался резервуары свои прокачивать. Так, 0.92. Да не, спасибо, не хочу за такие бабки. Так, и скорость лозоходцев мы берем. Придется сейчас займы немножко взять. Так, кредит, косарь мы себе возьмем, чтобы начать земельный аукцион. Блин, я больше возьму даже, чем надо. Зря купил, поторопился. Так, что, будут перебивать мои ставки, нет? Странно, что не перебивают пока что. А, не, вот перебили, все, понятно. Я думаю, ну что-то какие-то они подозрительные, что не перебивают. Так, ну вот здесь давайте возьмем. Так, 2 косаря улетело, и я тут пролетел, конечно, так. Придется поболее кредит взять, совсем я этого не рассчитывал. Так. Ну, что поделать. Зато апгрейд есть на скорость. Так, да. О, по 31 декабря все. Вот теперь нормальные деньги можно зарабатывать. Так, и лозоходцы все прокачаны. Скорость у них нормальная. Вот то, что я и хотел. Чтобы все вот так вот в темпе быстренько у нас происходило. Главное, чтобы я сейчас мимо не фигачил. Так, то ты можешь опять не искать нефть, которую... Все, спасибо. Я думал, что он опять нашел нефть, которую я не вижу. Так... Лошадей надо взять и идти продавать сразу нефть. А то мы с вами сейчас пролетим немного. Так, пожалуйста, пусть будет здесь. Ух, спасибо. Так, вот здесь еще что-то находится, но тут очень далеко, блин, тянуть оттуда. Туда тоже стоит, не стоит, не знаю, не уверен пока что. А, пусть продают, курс красивее в правой корпорации. Хотя и там начинает он падать, так что сомнительное удовольствие. Так, куда? Я просто случайно ошибся, не то нажал. А не туда колесико прокрутил, точнее. Так, ну пусть продают тогда, что мне все равно бабки нужны хоть какие-то, так что придется продавать и по дешевке. Давайте, найдите мне еще что-нибудь. Блин, у нас сканирования нет, это просто безумно бесит. Если был бы скан, тогда совсем другой разговор был бы. Я бы смог многие моменты гораздо проще проворачивать, потому что мог бы подсканировать просто территорию и начать нормально. Так, ага, вот и попали. Еще нашел. Так, здесь, в принципе, через одну так-то можно протянуть, судя по расстоянию. Давайте еще одного лозоходца. Так, пока справляются ребята, но в целом надо бы объем увеличить уже добычи, поэтому давайте-ка трубы начальные прокачаем, добавим еще лошадей, так как сейчас будет проблемка одна.
очень большая из-за больших объемов. Так, и надо поставить резервуар на всякий случай, чтобы было куда слить. Сразу же его прокачаем. И смотрите-ка, здесь неплохо. Слушайте, вот здесь мы и будем тогда копаться. Так, правая корпорация курс имеет более интересный, так что работаем с правой пока что. Так, ага, все пошло. Так, времени у меня дофига, потому что до декабря теперь работаем, и я могу набрать побольше всего. Тут, судя по всему, объемы небольшие, вот здесь достаточно неплохой объем, так что можно трубы загрейдить. Главное, чтобы успевали сбегать туда, а они не особо успевают, я смотрю. Надо добавить лошадок. Все. Скорее бы грейд взять уже на продажу нормальный. А, тогда будет прям супер. Так, левая корпорация, все, давайте туда. Ну, не разливайте, пожалуйста, господи. А, у нас и так все не супер в этом плане. Так, не подведи меня, и пусть ты будет где-нибудь вот здесь. Ага, красота. Все, попали. Так, еще один лазоходец. Блин, курс очень красивый, конечно, продажу. Прям великолепный, я бы сказал даже. Наверное. Так, еще лошадей берем. Так, курс падать начинает. Ну, ладно, пока что приостановим тогда. Денег, в принципе, уже хватает. Гряданем резервуары. Тут что-то нашли у нас. Ставим сюда на раскопку. Давайте попробуем найти. Очень много качалок, конечно, я строю. Обычно так не делаю, но решил немного по-другому подойти к этому вопросу. Возможно, так даже лучше. Так, а вот и нефть. Угу. Сразу все выкачиваем. Так, кто курс пока красивее предлагает? Пока никто особо красивый курс не предлагает. Надеюсь, попаду. А, так, не попал с первого раза. Второй раз. Так, все, пора, наверное. Хотя нет, столько еще июля у нас есть время. Надо еще какой-то резервуар поставить, куда будут сливать. Что у нас тут? Чувак, где ты это спрятал? А, вот. Неплохо, неплохой объем. Так, докачать не докачать. Ладно, давайте докачаем. А, на всякий случай. Все продавать. Срочно. То сейчас переполнится у нас, все будет не круто. Все, я в самые основные моменты нашел. Остальное остается только за моими лошадками, чтобы они успели все продать до декабря. Ой, стой. Давайте-ка сюда. Смотрите-ка, курс приятный пока. Я бы сказал, очень даже хороший курс. Что-то обычно таких красот нет. Но я не могу ускорить никак лошадок, поэтому если быстро качается и выливается, я, к сожалению, ничего поделать не могу. Как бы я не хотел ускорить и разобраться с этим моментом, я, к сожалению, не смогу. Продаем по дешевке, что поделать, по-другому никак, как мне кажется, в данный момент. Зато успеваем, смотрите, все сделать. Можно, конечно, еще лазоходца закинуть. Но мне кажется, что я все основное уже нашел, по моим ощущениям. Ну тут 40 по-любому, но если 40 этого... На 40 это более чем достаточно то, что мы сейчас найдем. Так, давайте вот сюда. Ну, с этого раза мы хорошо получим, но не сказать, что прямо идеально, но более-менее как-то что-то есть, я думаю. Так, еще 30-ку какую-то получим с вами. Блин, сколько там нефти? Во, наконец-то закончилось. Надо побыстрее закончить, просто всю нефть продать и... Все, больше ничего нет. Остановить уровень. Блин! А-а-а! Черт, я думал, что получится. Так, ну что у нас? Ну, говорю, идем... Прям в равную с ними, с этими ребятами. Потому что все уже стало гораздо хардкорнее. Советы мэра, нет, спасибо, мне не нужны твои советы. По крайней мере сейчас. Так, следующее, что мы с вами будем брать? По идее, мне бы стоило взять сканирование, конечно. Чтобы я хотя бы понимал некоторые моменты. Ну, хотя пока газа нет, конечно, сканирование не настолько крутое, насколько оно надо. А, можно прокачать размер. Кстати, очень хорошая штука. Давайте ее возьмем. Следующая будет скорость. Нам пригодится. Так, и следующая будет у нас следующая земля. Ну, в целом, ребят, эту серию будем заканчивать, если она была вам интересна. Начинаем режим эксперта. Как видите, все стало гораздо сложнее, а ребята зарабатывают весьма солидные суммы уже прямо со старта, прямо как у меня получается. Даже в каких-то моментах они зарабатывают больше, вот. Жалко, что, блин, не получилось. Там до туда заходец не попадало, а сканера у меня нет, поэтому я не смог найти последнюю нефть. Так бы вообще круто получилось в предыдущем левеле. Ладно, ребята, в общем, надеюсь, вам все понравилось. Лайк не пожалейте поставить. Больше лайков, больше роликов по турмойлу, понятное дело. Пройдем весь эксперт. Также в описании ссылка на мой стрим-канал. Я там играю с игры, которых нет на ютубе. И также, ребята, подписывайтесь, на колокольчик нажимайте. На этом все. Всем удачи, всем пока!